Слушай, а ты не подскажешь, как использовать, ну, ключ бессмертного короля, найти ключ бессмертного короля, это куда надо? Интересно, что он мне сейчас ответит? Что говоришь? Блин, пропадаешь, плохо слышно. Говорю, можно убить бессмертного короля, и ты пол... Убить его короля? Слушай, а где убить? Куда надо идти? Я не знаю. Помогите нам. Портируйся, Ром. О, чуваки мне сейчас подскажут, круто. Ну чё ты там наж... Ага. В ядро телепортироваться, я так понял. В лабиринт, да? Да, давай тут. Все круто, чувак, сейчас будет подсказывать, блин, охереть. Я сейчас за ним просто бежать буду, если он меня сейчас приведет. Все, круто, чуваки подскажут, чувак подсказал, блин. Ты, блин, тут бегал, искал, искал. Охрененно. Собака бежит. Так, надо. Такое, что за шум? Ага.
Так, а что дальше куда? Так, стоп, стоп. Понял. Бежим. Короля из лана убал? Чё говоришь? Короля из лана убал? Я, честно говоря, что-то не знаю. По-моему, да, какого-то короля убивал. Сейчас посмотрим. А, здесь я был. А, третьего надо возродить, да. Я с ним разговаривал уже. Откажись приносить ему сердце. А как? Как? Жизнь еще при тебе. С возвращением. Да, в портал. Я просто ему сердце... Ой, это... Да, сердце принес или что там надо было? Сердце зверя, что ли, по-моему, надо было. Ты им приносил сердце? Да, да, да. Должен был ключ дать. Ключ лабиринта и вот есть у меня. Дальше. А чё, куда? Портируйся в лабиринт. Трин. Лабиринт, так. Так. Все, сработало.
может использовать ключ бессмертного короля. Опять. Ты и тут все прошел? Да, я тут тоже был. А босса финального убал, нет? Блин, здесь... Там босс какой-то был с колокольчиком, он в колокол долбил. А здесь основателя нашел? А, блин, по-моему, кто-то разговаривал со мной, что-то там... Такой с бородой дядя. А, нет. Нет. Клетки, которые... Вроде нет. Так, вот мы и запутались. Тут я прошел? Ну я тут везде бегал, блин. Я вроде все проходил тут. Вроде. Он что, обратно бежит, что ли, к этому? А, это я бегу к этому. Так. Мы разошлись с этим чуваком. Сейчас я его догоню. Блин, ага, я так и думал, что тут сзади бежит. Зарядка!
А, вон дверь какая-то, я там не был у этой двери. Походу. А, нет, открыл. Значит, туда бежать. Блин, либо я какие-то моменты мог пропустить. Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что я не успел сделать. Ну и, по-моему, здесь я был. Сейчас дойдем туда, посмотрим. А вот мне, может, с ним поговорить надо было. Здравствуй, факультет. Это Навун. Она была императорским стражем. Я Эша хранитель. Понятно. Бегу, бегу.
А, вот здесь я что-то не сделал. Точно. Вон свободно еще я такой. Я сюда сходил, а надо было куда-то тут. Надо было вот сюда, вон туда или вот сюда вот. Все понятно. Я нашел свой промах. Туда я не ходил, да. Точно, я здесь не был. Я здесь не был. Ворот, походу, с той стороны открывается. Да, вон там что-то. Надо туда попасть. Он прям как будто все знает, где что тут лежит. Надо перезарядиться! Опыт дали. 7-лякер, новый предмет. Здесь я не был еще, да. Он не перепрыгнет его.
Грозовой амулет. Так, это амулет. Во. От всех стихий. Повышает урон. Хера там чуваки уже убежали, блин. Что за молнии какие-то? У меня, кстати, два опыта, два таланта. На. Сундук пропустили. Большая это как карта. Локация, точнее, большая. Оба, сейчас босс какой-то будет, да? Да. Ты кто такой? Подавите. Ах ты зараза, он меня прям поймал. Отлично. Прыгай. Завалили, и мне опыт дали. О, осколок копья. О, критический удар повышает шанс.
Бегу, подождите, чуваки, меня.